Здравствуйте, друзья! Я Антон Вижников, его директора Московской городской детской музыкальной школы имени Блажевича. От лица организаторов сегодняшнего мероприятия приветствую вас на творческой встрече всемирно известного музыканта, легендарного Артура Сандоваля. Московская городская детская музыкальная школа Блажевича регулярно проводит мастер-классы и творческие конкурсы, но мероприятия такого уровня проводим впервые. И надеемся, что в будущем мы постараемся привозить в Москву и приглашать к нам на творческие встречи музыкантов такого уровня. Организация данной встречи была в экстремально короткие сроки осуществлена. Но тем не менее, я вижу, что зал заполнен, и в зале не только студенты, но и известные музыканты, а значит, наши старания были не напрасны. Школа Блажевича также является базовой площадкой для международного клуба Тимофея Дакшицера, и я передаю слово моему заместителю, а по совместительству руководителю международного клуба Тимофея Дакшицера, Ярославу Алексееву. Благодарю, Антон Юрьевич. Я рад всех приветствовать на нашем замечательном мероприятии. Я очень рад, что вы нас поддерживаете. Клуб начал работать после 10 декабря, когда мы собрались на научной конференции в рамках фестиваля «Трубач на коне» и решили как-то поддерживать и распространять наследие Тимофея Александровича. Начиная с этого мероприятия, я надеюсь, мы будем всех знаменитых трубачей, кто приезжает в Москву, договариваться с ними, чтобы они проводили мастер-классы для вас, для наших участников клуба. И я желаю вам хорошего дня, и давайте передадим слово Артуру и послушаем его мастер-класс. Это Мария Александровна Бунатив будет переводить мастер-класс. Я буду тоже рядом, и я думаю, трубачи, кто в теме, будут помогать переводить какие-то терминологии, которую мы не сможем перевести. Видите, там изображен Владимир, друг Владимира Дакшицера.
них отличный звук, и это просто замечательно. I strongly believe that the most important thing on any instrumentalist is the quality of the tone, the quality of the sound. Я уверен, что самое главное в качестве музыкального исполнения — это качество звука. Yes, and yes, I would like to play this now. И сейчас я тоже что-нибудь сыграю. The first thing I do in the morning
потому что я просто убежден, что фортепиано – это самый главный инструмент, который помогает любому другому инструменталисту. When you get familiar with the piano, you understand the music a little better. Если вы знакомы с фортепиано, вы понимаете музыку намного лучше, качественнее. Yeah. Not only in terms of to become a pianist, but to learn composition, harmonization, you know, arrangement, all those kind of things, the piano could help a lot. Фортепиано нужно не только для того, чтобы стать профессиональным пианистом, а так вы можете понять аранжировки, мастерство, все, что связано, гармонии, все, что связано с фортепиано. Примените это в своем инструменте. Good. And I like very much when the kids play the trumpet, they really sound very good. Я действительно почувствовал, что маленькие ребята, которые сейчас играли, у них отличный звук. Yeah, and that's nice, because that's probably the preferred age to start. Потому что именно этот возраст отличный для того, чтобы начинать. And I strongly believe that when you know, you can approach the music in two different ways. Вы можете подходить к музыке как бы с двумя путями. As a hobby. Просто как хобби. Or as a professional. Или как профессионал. Профессиональный путь. To really dedicate yourself and they're going to be the rest of your life as a professional musician. Ну, если вы выбираете профессиональный путь, это становится вашим путем на всю жизнь. Those two groups are completely different. Эти две группы абсолютно разные. Because the one who take music as a hobby. Потому что первые, которые занимаются музыкой в качестве хобби, they should keep their day job. Они должны заниматься какой-то еще другой работой, которая их, соответственно, отвлекает. But when music is your full-time job. Но когда музыка это все, чем вы занимаетесь, и вы отдаетесь этому полностью. It's a completely different approach. Это абсолютно другой подход. Yeah. And the dedication, the responsibility, ответственность, the discipline have to be a lot stronger. Ответственность, дисциплина должны быть на высоком уровне. Yes. And it's always room for another good professional. Ну, это важно для любого профессионального музыканта. We only need one thing. Нам нужна только одна вещь. Be in love with music. Быть влюбленными в музыку. And if you are in love with music, no matter how difficult it could be for you, you will make it. И если вы влюблены в музыку, совершенно не важно, насколько вам будет трудно, вы сможете все это преодолеть. When I started playing music, I was 11 years old. Мне было 11, когда я начал играть музыку. And I never have lessons, you know. I started by myself. Я просто начал самостоятельно, у меня никогда не было уроков. And in the beginning, I even learned how to play by ear. Я просто с помощью своего слуха пытался научиться играть. And I was playing gigs with a local band in my village by ear. В моей деревне я играл в группе просто со слуха. Yeah. And later on I learned how to read music, but you know, my concern always and my goal, my way of thinking has been the quality of the sound, which is my passion, is my first priority. Конечно, позднее я научился читать ноты и понял музыкальную грамоту, но для меня всегда было самой главной страстью это именно качество звука и как играть. I'm going to share with them a way of practicing I invented. I came out with this way of approaching the sound. Я изобрел что-то вроде своего пути, как относиться к звуку, к культуре звука. Okay. I
различные артикуляции. Yes. Until I felt that no sound as good as possible. До тех пор, пока я не почувствую, что звук стал вот таким максимально отличным, как мне нужно. For example. Например.
standing the practice and the procedure in both directions. One note up, one note down, but always going back to the soul. Хочет сказать, что мы должны все время играть в обоих направлениях, то есть, например, соль, потом на полтона выше, на полтона ниже и повторять это постоянно. Возвращаться к соли. Ну, как экзампл. Ну, это вообще довольно скучно, конечно, я понимаю. Как наиболее эффективно использовать для занятий вот этот инструмент? Do? Вы хотите
брал несколько уроков у Билла Адамса, педагога из Индианы. Indiana University. Yeah. He passed away in Indiana, but he was a great teacher. He was a great teacher, and he always recommend to warm up only with the lead pipe. Он рекомендовал разыгрываться только на мышечной трубке. With the note F. На ноте фа. Ты можешь сделать это даже со своей трубой. Можно вытащить подстроечный крон и то же самое сделать со своей трубой. And the quality of the sound here is not too important. Качество звука здесь не очень важно. It's more to develop your ear, your articulation, the way you attack the note. Это для того, чтобы тренировать свои уши и артикуляцию и слышание каждой ноты. And you have to imagine everything. Должен представлять все в голове у себя.
entirety of the articulation in a single, double and triple tongue. Но постоянно надо обращать внимание на артикуляцию в одинарном, двойном, тройном языке. And when you get a little tired, it's okay. Когда немножко устал, ничего, все в порядке. Можешь просто клапанами поработать на этом инструменте. Артур использует метроном, чтобы практиковаться. Leave it there. Чтобы не упал, хотел полежать. Clark, первое упражнение. Я знаю много людей, которые играют это. It's a kind of, I don't know, sometimes I don't understand every note. И не всегда понятно каждую ноту, которую они играют в этом упражнении. And when you play that, you should listen to every single note. Когда вы это играете, должны слушать каждую отдельную ноту этого упражнения. My recommendation is start slow. I'm talking about a clock. Кларка надо начинать играть медленно, это его рекомендация. Slow first. Сначала медленно. And then you start accelerating. А потом начинаете разгонять. А потом. And then all of them double tongue.
он играет двойным языком. Okay, another question. Вопрос. Yes, please. Scat style can help articulation. What? Scat style. Style? Dug deep, don't dug. Я не знаю, как перевести сейчас. I don't know. What's the question? А, не отвечай, все, я понял. Молодой человек, вы подняли руку, представьтесь, пожалуйста, и задайте вопрос. Вадим, а как выдержка будет? Ты можешь перевести, Вадим, пожалуйста? Resistant. Александр asked, in another days we have musculature. Other kind of leap endurance. It's different. And if you in the morning you feel smooth. You have to warm up properly. But it's different. Day after day, it's very different. Yeah. What you do in this? Every day is a different day. Каждый день есть по-разному. But we have to create, and it's because the days go like this, you know. Some day you feel like this, some day you feel like this, some day you feel like this. We have to create something. Over here. Но вы должны сами создавать. Don't go here. Don't get too happy when you are here, because that's okay. We enjoy that, but it's better to keep that standard. Something like have a consistency. The consistency. Создавайте свой стандарт, постоянство, независимо от того, как вы себя чувствуете. Если вы чувствуете себя плохо, сильно. Не расстраивайтесь, если вы чувствуете хорошо себя, то есть вы тоже не сильно радуетесь, создавайте сами стандарт в среднем для себя. In the beginning, in the morning, для начала утром, take it easy. Спокойно. Easy. Очень спокойно. My recommendation, for example, рекомендация для начала. In the very beginning, play a little bit with the mouthpiece. Поиграйте немного на мушке. Немного. Take it with like this. Но держите двумя пальцами за. Конец мундштука. Three fingers like this. Три. Yeah. Вверх. And soft. Мягко. But he played in the New York Philharmonic in the 20s. Mm-hmm. Okay, and he got a book which is great book. The first lesson is like this. Мы не должны с утра играть
очень громко, агрессивно. И я сейчас переведу то, что в прошлый раз он сказал. That's the best way. Да, это лучший путь. Потихоньку. Начинает первый урок Макса Шлёсберга, школа американская, который же родом из России, но на самом деле переехал в Нью-Йорк и был солистом филармонии. То есть после того, как вы поиграли на штуке, Артур советует сыграть первый урок из школы Макса Шлёсберга. And then I have been doing for years the Maggio warm-up, the first warm-up, Louis Maggio. Да, и после этого можно, ну, Артур рекомендует сыграть Луиса Маджо первый раз играть. Первая нота, только воздухом атакуете, без языка. Да. Без языка, только воздухом. Вторую, третью с мягким языком. Thank you.
уникального какого-то упражнения, которое позволит вам развить диапазон. Правильно, да? Yeah. I understand. Believe me, I understood. I don't care about high notes. Мне не важно высокие ноты. My practicing is about the sound, about the clarity, the good articulation, the good fingering, the good preparation. The rest is, you know, as better prepared you are, better chance you will have to play high and also low, because I love the lows too. Как хорошо.
establishment, when you are set up and your breathing is okay, and your embouchure is healthy, when it's healthy, you could do whatever you want. But how we create a healthy embouchure? Practicing right. Practicing the good stuff. Practice Arban. Clark. A little bit of Caruso. Max Schlossberg. Claude Gordon. Maggio. Yeah. And a lot of Timofey Dolcizer. Are you familiar with this book? Сейчас, секунду, Борис. Вы знаете, есть система комплексных упражнений трубача такая? Поднимите руки, кто знает? Hey, listen. If you are Russian, you play the trumpet and you don't have this book, если вы в России играете на трубе, у вас нет такой книги, you are an idiot. Вы зря это делаете. And I'm going to play something from here. Я хочу сыграть вам кое-что отсюда. Let me see something I could play. Дайте, я найду что-то, что я могу. Эй, Владимир! Владимир Саш, поднимай. Владимир, дом чисто. Давайте, передам. У кого еще нет такого сборника, скоро будет переиздаваться это комплексное упражнение издательством Allegro. Я думаю, что все желающие могут приобрести этот сборник. Удачи вам. Thank you, Vladimir. Благодарю, Владимир. Okay, I'm gonna play Dog Chaser lesson. Я собираюсь поиграть с упражнением Dog Chaser. Thank you.
и далее, и так далее, и так далее. Эти упражнения very simple, очень простые, but very profound too, very deep. Но очень глубокие по своему содержанию. Because you could play the same note. Ты можешь сыграть несколько нот in 100 different way. Несколькими тысячами вариантов, сотнями вариантов. And the way that Timofey played, he always put a lot of emotion in his playing. Но так как играл Тимофей, он очень много эмоций передал в своей игре. Вы помните? Извините, Борис Андрей из компании. For me, he's number one. Для Артура Тимофей Дагшицер номер один. And Nakayamov is not bad, you know, he's good too. Sergei is a monster, amazing. Сергей потрясающий, да, трубач. Oh, he's incredible. But Тимофей is still number one for me. Но для Артура создавал Тимофей до сих пор еще номер один. Друзья, давайте, наверное, последний вопрос. А вот мальчик задавал. Мальчик задавал. Давай, мальчик. Еще раз. Еще. What main difference? What is the main difference? What is the main? То есть в чем самое большое отличие артикуляции классических и джазовых? You know, in the classical music, the articulation is more strict, more. You have to play in the way you have to. То есть в классике есть только один путь, как надо сыграть. You don't have many choices. You know. У тебя нет много выбора. For example. The first few notes of Haydn, you cannot play. Ты не можешь сыграть какие-то ноты. You cannot play in that way. Ты не можешь так класть. But in the jazz music, that's okay. Пожалуйста. If you play a melody like that, that's fine. Если ты играешь такую мелодию, всем нравится. Yeah.
The articulation in jazz is like a language. В джазе артикуляция — это как язык. It's like an idiom. You understand? Yeah. Like an idiom. Как идиома. Как определенный идиома, да. Yeah, yeah. Talking about idioma, I highly recommend everyone to learn a little bit of English, because that's helped a lot, you know, everywhere in the world. Everywhere in the world you go, the people understand English, and then it's easy to communicate, you know, and it's easy to understand in their own words when Dizzy Gillespie talk, or Doug Severinsen, or Maynard Ferguson, or any of those people give you information that you can learn very well what they're saying. That helped a lot. And in the classical music, the articulation is strictly in the way that should be. You cannot improvise, you cannot... Классическая музыка нельзя импровизировать на тему артикуляции. When you play... Когда ты играешь? You play Гумена. Нельзя так сыграть Гумена.